Представитель Махабхараты обращается к персонажу. А люди расскажут, мол, боги во всем виноваты. Мол, что мы смогли, коль бессмертные строят интриги? А хочешь, я вычеркну трусость из Махабхараты? Что стоит мне слово убрать из какой-то там книги? Обидно остаться в истории вечным изгоем. Давай этих смертных покроем каким-нибудь лаком. А хочешь, добавлю про то, как ты плакал пред боем? Да я понимаю, что Бог, но ведь правда же, плакал. За что мы, людей? Ведь они же ни в чем не повинны. Ведь это лишь мы понимаем, что каждый в ответе. Да знаю, я знаю, у совести нет половины. Но время придет, и у смертных появятся дети. И что им, тащить на себе до скончания века проклятие отцов, заявивших, да что мы смогли бы? Да знаю, я знаю, зависит все от человека. Но сам человек, посмотри, молчаливее рыбы. Ведь он же не верит ни в силу астрального тела, ни в слово, которое разве что сердцем измеришь. Оставить как есть, чтобы помнили, чтобы болело, ах, чтобы росли, осознали. Ты сам вот веришь? Да что ты заладил про эту бессмертную память? Я сам уже, как все случилось, припомню едва лишь. А я ведь редактор. На то и живу, чтобы править. Так что, не вычеркивай трусость. Оставить? Как знать.